Это песня человека, которую мы сейчас исполним. Его песни со мной уже 8 лет. Это Валерий Короб. Это песни христианской направленности. Они меня в трудные минуты жизни спасали, поддерживали. Я их слушаю, когда мне весело, когда грустно. Это своего рода, как, наверное, для меня, как исповедь. Ну, она называется песня «Наш корабль плывет». Наш Отец и Господь, паруса надежды, наполняет, как прежде. Свежий ветер с гор, свежий ветер с гор, паруса надежды, как святые одежды. Дай нам Господь, чудный наш Господь, наш корабль плывет по бескрайним морям, наш корабль идет. Рано встает, свежий ветер несет в ту страну, где живет наш Отец и Господь. Паруса надежды наполняет, как прежде.